Дорогие ребята, мы с вами начинаем сегодня нашу экскурсию, нашу встречу в зале заседаний Совета народных комиссаров. Почему мы начинаем здесь? Потому что наша встреча сегодня посвящена одному из соратников Владимира Ильича, Владимиру Дмитриевичу Бонч-Бруевичу. Но прежде чем мы начнем непосредственный разговор, я хотела показать вам несколько фотографий. И если вы мне позволите, задать вам вопрос. Вот посмотрите, девочки и мальчики, внимательно. Кто, по-вашему, на этой фотографии изображен? Знаете вы этого человека? Нет, совсем даже неестественно. Кто? Не знаете, так? Это Виктор Павлович Нагин. Один из, из членов Ленинской гвардии. Человек, который был председателем Моссовета. Площадь имени Нагина вы знаете. Теперь я вам покажу еще одну фотографию. Посмотрите на нее внимательно. Как по-вашему, кто это? Это Александр Васильевич Шотман. Это человек, который был потомственным рабочим. Это Шотману партия поручила затем укрыть Ленина в подполье. Он его отвез в разлив, он его перевез в Финляндию, он его возвращал обратно. Вот эта фотография. Кто по-вашему? Бонч-Бруевич. Да. Это Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич. Он идет на съезд Советов. Я просто еще раз проверила. Мы с вами очень плохо знаем деятелей Ленинской партии. Мы ограничены очень узким кругом практически лиц. Да, конечно, если бы я вам показала сейчас Дзержинского, Свердлова, вы, естественно, бы их узнали. Но ведь от того, что мы мало говорим об этих людях, от того, что мы мало о них пишем, их подвиг не меркнет, они не теряются в общей массе борцов, потому что они отдали этому делу всю свою жизнь. Ребята, мы сейчас с вами посмотрим те кинокадры, возникновению которых мы целиком обязаны Владимиру Дмитриевичу Бонч-Бруевичу. Ну, вы знаете, что 30 августа 1918 года Владимир Ильич был тяжело ранен. И хотя публиковались бюллетени о состоянии его здоровья, рабочие и крестьяне не верили, что Ленин выздоравливает. И вот Бонч-Бруевич, когда Владимир Ильич стал чувствовать себя лучше и должен был приступить к работе, он обратился к нему с предложением. Он сказал: давайте, Владимир Ильич, снимем вас на пленку. В Москве стали распространяться слухи, что Владимир Ильич умер. Я, как управляющий делами Совета народных комиссаров, стал получать очень много телефонов, писем, запросов, депутаций принимал от рабочих, которые требовали от меня точно сказать, жив ли Владимир Ильич или нет. Я, конечно, всех убеждал в том, что Владимир Ильич не только жив, но стал гораздо лучше себя чувствовать. И, однако, подумал, что надо его как-то показать рабочим. Я пригласил кинооператоров, чтобы они бы организовали съемку Владимира Ильича. Когда показали Владимира Ильича в рабочих кварталах, рабочие смотрели фильмы стоя, плакали, кричали «Ура!», радовались, что Владимир Ильич жив и что он с ними. Владимир Дмитриевич в своих воспоминаниях он пишет: я стал постепенно отходить в сторону, чтобы лучше показали Владимира Ильича, но он сейчас же заметил этот маневр и сказал: батенька, уж гулять так вместе, что это вы все в сторону отступаете. И так вот они вошли в историю рядом на этих кинокадрах. И вот мы вернемся
к фотографиям Владимира Дмитриевича Бонч-Бруевича. Вот этот портрет мне очень нравится. Это 17-й год, то есть это как раз тот момент, когда Владимир Дмитриевич вместе с другими большевиками организовывал торжественную встречу Ленина на Финляндском вокзале. Мне очень нравится вглядываться в лица этих людей. Ну вот вы посмотрите, интеллигент, правда? Ученый. Он и был ученым. Литератор. Он и был литератором. Но ведь этот человек с пистолетом в руках входил в логово анархистов, где его могли убить совершенно спокойно, но он ходил совершенно бесстрашно. Или этот же человек с тем же пистолетом защищал поезд Ленина, когда возвращались, когда переезжали из Петрограда в Москву, он практически один с этим пистолетом вышел на целый поезд анархистов. Вот этот вот совершенно интеллигентный, такой сугубо ученый человек. Вот совсем маленький Владимир Дмитриевич, ребенок совсем, видите, как интересно, это гимназист, а это он студент Межевого института. Вот видите, они, у них, видно, оркестр был, они все с музыкальными инструментами, и Владимир Дмитриевич тоже с музыкальным инструментом. Правда, проучился он очень немного. Уже в 15 лет он вступил на путь революционной борьбы. У него уже совершенно четко было ясно направление его мысли, направление его жизни. Его исключили из института, его выслали в Курск, и там он поступил в землемерное училище. Вот фотография очень интересная. Молодой землемер. Какое образование получил Владимир Дмитриевич? Ну, в общем-то, вопрос совершенно закономерный, если мы учтем, что он был доктором исторических наук, что он был действительным членом Академии коммунистической. Вопрос вполне закономерен. И будет потрясающе, если я скажу, что он никакого высшего законченного образования не имел. То есть он мандата, аттестата об окончании высшего учебного заведения не имел. Мы уже говорили, Межевой институт, землемерное училище, и слушал лекции в Цюрихском университете. Но все ленинцы, они прошли очень хорошую школу и имели то, что называется, как это, самовоспитание, самообразованием занимались, но по самому крупному, по самому большому счету, и несколько иностранных языков, и прекрасная эрудиция, и знание самых различных отраслей наук. Это характерно для всех. Владимир Дмитриевич родился не в бедной семье. Нет, вполне достаточно обеспеченный. У его отца была небольшая типография. Он воспользовался этими возможностями, и он очень долгие годы своей жизни посвятил издательскому делу. И мы знаем, что в годы эмиграции Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич занимался изданием ленинских работ, ленинских брошюр. После того, как Ленина разгромили после второго съезда меньшевики, когда у него отняли «Искру», когда его практически убрали из Центрального комитета, когда Ленин остался с очень малым количеством сторонников в эмиграции в Женеве, именно Владимир Дмитриевич организовал новое издательство. Интересно, оно было кооперативным. Деньги собирали, так сказать, с шапкой, как называлось раньше, по кругу ходили. И Владимир Дмитриевич унес самую большую лепту, издательство было его, но он предложил Владимиру Ильичу тоже быть издателем. И издательство так и называлось, издательство В.Д. Бонч-Бруевича и Н. Ленина. Оно, правда, просуществовало не очень много, но оно было основано специально для того, чтобы издавать литературу, разъясняющую политику и позицию большевиков. Мы с вами, ребята, даже иногда не представляем себе, как все это было трудно. Может быть, у вас вопросы ко мне? Пожалуйста, прошу вас. Я чтобы... вот хочу спросить. Угу. Вот когда состоялась первая встреча Владимира Ильича и Владимира Дмитриевича? Вы знаете, что это очень интересно тоже. Он один из немногих, кто слышал первое публичное выступление Ленина. На нелегальной вечеринке Владимир Ильич выступил против народника В.В. Причем Владимир Дмитриевич тоже пишет, что никто его не знал. Это был совершенно незнакомый никому молодой человек. В.В. был признанным лидером народников, очень краснобай такой. И вдруг выступает никому неизвестный волжанин. И пункт за пунктом полностью разбивает его. Самое потрясающее заключается в том,
вернее, самую потрясающую характеристику выступлению Владимира Ильича дала полиция. Оказалось, что на этой нелегальной вечеринке присутствовал царский шпик. И он доносит, что защиту марксизма на себя взял некто Ульянов, как говорят, брат повешенного, и провел ее с полным знанием дела. Вы представляете, как Владимир Ильич всыпал народников, если даже полицейский это совершенно четко отметил. Ну, а через некоторое время состоялось личное знакомство Владимира Дмитриевича с Владимиром Ильичем на квартире Анны Ильиничны, старшей сестры Ленина. И вот эта маленькая, казалось бы, такая встреча, она предопределила все их взаимоотношения. Где был Владимир Дмитриевич во время штурма Зимнего? Во время штурма Зимнего он был в Смольном. Там же, где находился штаб революции. Но его непосредственная такая должность среди большевиков была комендант Смольнинского-Таврического района. Все большевики были закреплены за тем или иным районом, и они отвечали за них. И вот Бонч Бруевич был таким боевым комиссаром тоже. И как только революция свершилась, он получил не менее ответственный пост управляющего делами Совета народных комиссаров, первого нашего советского рабоче-крестьянского правительства. Владимир Дмитриевич совершенно не случайно стал управляющим делами Совета народных комиссаров, первым управляющим делами, потому что у него была организационная жилка, потому что он действительно был очень преданным человеком. Вы понимаете, ребята, что, конечно, в нашей передаче мы с вами просто не в состоянии осветить всю многогранную деятельность Владимира Дмитриевича. Он создал наш литературный музей и долгие годы был его директором. Ведь это не случайно. Большевик, ленинец, он становится директором литературного музея. Вы видите очень интересный снимок. Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич, Алексей Толстой, Федин, Никитин, ну, вы посмотрите, видите, Лавренёв, вы видите, они все еще совсем молодые. Кроме того, Владимир Дмитриевич был создателем антирелигиозного музея и тоже очень много сил отдал этой работе. Я должна вам сказать, ребята, что жизнь Владимира Дмитриевича Бонч-Бруевича была после революции очень тесно спаяна с жизнью Ленина. И вот наш музей очень многим обязан Владимиру Дмитриевичу. В декабре 1954 года мы впервые вместе с Бонч-Бруевичем перешагнули порог ленинского кабинета. Я вам должна сказать, ребята, что это было незабываемо, и я на всю жизнь, у меня это, я говорю об этом в лекциях, иногда в экскурсиях, если удается, осталось вот то чувство трепета, которое испытал Владимир Дмитриевич. Я смотрю, он руку протянул к ручке, а у него рука дрожит. Понимаете, вот это было просто вот, вот так вот стоит, а у него пальцы трясутся. Опустил руку, я говорю, не могу. Не могу, потому что мне кажется, что сейчас мы войдем, а Владимир Ильич поднимет голову от стола и скажет, ну, тес, батенька, с чем вы теперь пришли? И вы понимаете, как для нас это было важно. Вот это ощущение сопричастности с великими событиями. Вот мое поколение, оно как бы передаточное между вами
и старыми большевиками. Я понимаю, что Владимиру Дмитриевичу тоже было очень трудно нам что-то начать рассказывать, потому что он не мог справиться с волнением, которое его захлестывало, потому что здесь была его молодость, здесь был Ленин, здесь была жизнь, которая била ключом. Ведь поймите, он участвовал в создании наших первых декретов, в организации советской власти, в создании нового правительственного аппарата. Разве это было легко? Вы представьте, вот он нам... Вот стоя здесь, он говорит, вы знаете, совнарком заседал почти каждый день. Да какие заседания, какие вопросы на них решались? И вот Владимир Дмитриевич говорит, нам стоило такого большого труда, все приходилось налаживать заново. Вот, казалось бы, воду для посетителей поставить, потому что они сидели часами, и то была проблема. Для того, чтобы научиться правильно составлять, так сказать, заседание, очередность, размечать вопросы, кого приглашать на эти заседания. Вы поймите, ведь они же не были государственными деятелями. Кто такой был Владимир Дмитриевич? Издатель, большевик, подпольщик, создатель конспиративных связей. Но здесь-то все надо было начинать заново. Все учились. Вот если люди ходят по квартире нашей, Ленина, то они обычно удивляются очень большой скромности. Все очень просто, только самое необходимое, никаких там пустяков, ничего. Ленин жил так, как жили тогда все, и заработную плату получал так же, как все. И вот сохранился потрясающий документ. Ленин делает выговор Бонч-Бруевичу и Горбунову в 18-м году за то, что, как он пишет, за то, что вы мне не представили оснований, по которым прибавили мне заработную плату с 500 рублей до 800. Понимаете? Он считает, что это сделано самовольно. Но вот тут ему кто-то из нас тоже тогда сказал, Владимиру Дмитриевичу, дескать, а вам Ленин выговор дал за то, что вы ему прибавили зарплату. Он говорит, вы знаете, это было несправедливо. Я не считаю, что Владимир Ильич дал мне выговор, потому что основания были. Просто рубль подешевел. И уже на эти 500 рублей жить было нельзя. Всем повысили зарплату, в том числе и Владимиру Ильичу. Но он счел основания наши невразумительными. И мне, и Горбунову, так сказать, по выговору есть. Документ есть. Вы посмотрите внимательно вот на этот бланк. Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, председатель Совета Народных Комиссаров. Вот таких бланков вы видите здесь на столе Ленина целая стопка. На них он писал свои записки, распоряжения. И сейчас в библиотеке я вам покажу фотокопию. Вы понимаете, что мы не имеем права хранить подлинников документов Ленина. Все они находятся в Институте марксизма-ленинизма. Но у нас есть фотокопия очень интересного документа, связанного с личной библиотекой Ленина. Владимир Дмитриевич в своих воспоминаниях пишет, что Ленин получал проспекты многих изданий, так называемую книжную летопись, и очень часто на книжной летописи прямо на обложке писал «заказать все». И вот очевидно, за какие-то книги Владимир Дмитриевич заплатил из фондов, отпущенных на правительственную библиотеку, и немедленно последовал документ. Вот мы с вами видели сейчас, на каких бланках Ленин писал. А это фотокопия документа, потому что подлинники, как я уже сказала, хранятся в Центральном архиве и партийном архиве. Что он пишет? «Дорогой ВД, дорогой Владимир Дмитриевич, мою библиотеку я оплачиваю лично. Прошу вас, когда выздоровеете, заплатить все. 3200 плюс 500 рублей. Даль». Представляете, слова «даль» стоил 500 рублей, а Ленин зарплату получал 500 рублей, да? «Итого 3700. Прилагаю 4000 и сохранить расписки. Прилагаю 4000 и сохранить расписки. Ваш Ленин». Вы представляете себе, каким он был щепетильным человеком? Значит, вот мою библиотеку оплачиваю лично. Но в этом документе не уместилось, там есть еще вот другое дело, библиотека управления делами СНК. То есть Владимир Ильич очень быстро сообразил, что книги эти куплены на средства, отпущенные на библиотеку СНК. Хочу показать вам, во-первых, книги самого Владимира Дмитриевича и то, что он издавал. Вот мы говорили о том, что одним из аспектов его деятельности было издание книг для широкой публики, читающей, для народа. И вот посмотрите, здесь очень интересный автограф. К
конфискованный экземпляр, 1908 год. Очень редок. Владимир Бонч-Бруевич. О чем же эта книга? Что конфисковало царское правительство? Избранные произведения русской поэзии. Русская поэзия, 1908 год, это уже после первой русской революции. Что же так не понравилось царской цензуре? А вы посмотрите, что подбирает Владимир Дмитриевич. Ну, во-первых, стихотворение таким одиозным, на взгляд царского правительства, фигурам посвящается памяти Чернышевского. Но здесь есть стихи Рылеева, памяти Рылеева, Искандеру. Здесь очень много стихов Некрасова. То есть здесь те авторы, которые царскому правительству, конечно, были. Вот, пожалуйста, ну, Пушкин, Рылеев, Адоевский, Бестужев, Козлов. Это все фигуры далеко не благонадежные, по мнению царской цензуры. Мы уже говорили здесь о том, что Владимир Дмитриевич занимался антирелигиозными вопросами вместе с тем, значит, вот сектанты. Вы посмотрите, какую огромную книгу он издал, материалы из истории религиозно-общественных движений в России. Ведь это вот, ребята, мы уже говорили о том, что это ведь параллельно шло с его деятельностью революционной, издательской, научной. А ведь так вот, если вдуматься, для того, чтобы издать такой том, сколько же надо времени, сколько надо сил и сколько надо знаний. Просто знаний. Это глубокое знание вопроса, проблемы для того, чтобы это издать. Это иногда у другого человека целая жизнь уйдет для того, чтобы такую вещь сделать. И вот работы о Владимире Ильиче. Они издаются и переиздаются. Это, я думаю, вы можете найти, и, может быть, есть даже в вашей школьной библиотеке «Воспоминания о Ленине». И я просто искренне от души вам рекомендую. Но когда будете читать, не забывайте личность автора. Владимир Дмитриевич очень много написал для школьников, для ребят, и выходят они на разных языках, и на молдавском здесь есть, и на марийском, такие «Ленин и дети». Причем это и подобраны разные произведения о Ленине, и личные воспоминания Владимира Дмитриевича. Мне хочется прочитать вам удивительные воспоминания Владимира Дмитриевича о том, как Ленин писал свой декрет о земле. Совершилась революция. Победа. Мне всегда хочется вам передать вот это ощущение. Я не знаю, нам с вами, наверное, очень трудно уже это почувствовать. Вот что почувствовал Владимир Ильич, когда он вышел на трибуну Второго съезда Советов и сказал: «Товарищи, социалистическая революция, о которой все время говорили большевики, свершилась». Вот съезд закрыл свое заседание. Вечер. И Владимир Дмитриевич предлагает Владимиру Ильичу поехать не к сестре, где они остановились, в Крупской, а поехать к нему на Херсонскую улицу. Хотя, конечно, она тоже была известна полицейским ищейкам, но, во-первых, она была ближе от Смольного, а во-вторых, Владимиру Дмитриевичу казалось, что там все-таки Ленину будет безопаснее. И вот они договорились, ему с большим трудом удалось уговорить Владимира Ильича занять его кабинет. И вот посмотрите, как он пишет об этом.
Наконец, Владимир Ильич согласился, и мы разошлись. Я лег в соседней комнате на диване и твердо решил заснуть только лишь тогда, когда вполне удостоверюсь, что Владимир Ильич уже спит. Я запер входные двери на все цепочки, крючки и замки, привел в боевую готовность револьверы и подумал, ведь могут вломиться, арестовать, убить Владимира Ильича. Ведь только первая ночь наша. Все можно ожидать. Ну что ж, тогда померимся силами. Попивши немножко чайку, поговоривши о том и сём, я предложил Владимиру Ильичу, чтобы он обязательно лег отдыхать и заснул. И настаивал, чтобы лег в моей небольшой комнатке, знаете, так там было удобней. И все, не мог его никак соблазнить там лечь. Тогда я ему сказал, Владимир Ильич, там же письменный стол, там бумага, чернила, вы встанете утром, захотите что-нибудь писать, вот прямо сядете и будете, в том тут библиотека. Он тогда на этот аргумент ответил мне так, ну уж если там есть письменный стол и бумага, конечно, мне придется там ночевать, потому что я с утра должен буду кое-что пописать. И в скором времени наш дом погрузился во тьму. Я лег в соседнюю комнату, не раздеваясь, и на диван, закрывший раньше все двери, на все выходы, потому что опасался, что могут быть всякие эксцессы. Это была первая же ночь революции. Когда, казалось, стали уже засыпать, вдруг я заметил, осветилась комната моя, где Вадим Ильич находился. Часов 9 утра, когда мы все уже устали, Вадим Ильич выходит, очень здоровый, очень веселый, очень радостный. И Ильич, поздоровавшись общим поклоном, остановился и как манифест прочел нам декрет о земле. На прощание, во-первых, я хочу вам показать последний снимок Владимира Дмитриевича. Это вот таким я его видела. Вот, это 55-й год. Ну, я видела его за полгода до того, как был сделан этот снимок. Очень вообще симпатичный человек. И я бы сразу, если бы мне показали, я бы сказала, это профессор. Профессор, академик, человек науки. Владимир Дмитриевич, я уже сказала, обращался к молодежи. Он хотел, чтобы мы с вами учились у Ленина, чтобы хранили традиции, святые традиции русской революционной интеллигенции. И вот одна из последних его статей была в журнале «Вожатые». Это обращение к вожатым. И мне, я прочту вам только один абзац. «Учась у Ленина, изучая его труды, следуя ему в работе, в жизни, целиком и полностью отданы на служение нашему великому народу, вы будете воспитывать в себе и в своих пионерах качества подлинных патриотов нашего социалистического отечества, идущего коммунизму». Так думали все старые большевики. Это они нам завещали. И я, ребята, вам скажу честно, я буду просто счастлива, если наша с вами сегодняшняя встреча позволит вам, вернее, заинтересует вас и подвигнет вас к изучению таких людей, как жизни таких людей, как Владимир Дмитриевич. Вы откроете для себя неиссякаемый клад, вы найдете, кому подражать, у кого учиться, кем восхищаться. Это как раз те, кто и составляет Ленинскую гвардию. Никогда не произносите этого имени просто так. Вот Ленинская гвардия, Ленинская партия. Она состояла из людей, и каждый из них совершил свой большой подвиг. И мы должны об этом помнить, не просто формально помнить, а носить это в душе. Потому что все, что мы имеем благодаря тому, что эти люди нам это подарили. Подарили ценой своей жизни.